Это «Вести Иркутск» в прямом эфире, и мы продолжаем. В Иркутской области в этом году отремонтировали 40 школ. В процессе участвуют не только области, муниципалитеты. В поселке Жигалово, например, руку приложил «Газпром». Репортаж Владислава Кустова. Повар спешит промазать каждый пирожок, пока не пришли школьники. Несколько минут после звонка из-за линии раздачи уже мелькают любопытные лица. Ну, у нас вообще в столовой вкусно кормили, но сейчас вот это вот разнообразие, оно нам как-то на руку, что ли, потому что, ну, много уроков, сильно большая нагруженность. Месяц назад, благодаря компании «Газпром Трансгаз Томск», в столовой появилось новое высокотехнологичное оборудование для приготовления пищи. Теперь в меню пирожки, картофельное пюре и овощное рагу. Вот заливается сюда вода, там есть отметка. Так, вот переключатель. Раньше Вере Зюзиной приходилось подавать блюда школьникам с конфорок. Теперь выручает новый «Мармит». Каждый ученик получает свою горячую порцию быстрее. Все приготовила, и я уже не бегаю так к печке, и стою вот на месте и подаю детям. И быстрее процесс идет, и дети успевают покушать. Капитального обновления школьная столовая ждала четверть века. Помощь пришла со стороны ПАО «Газпром». Социально ответственная компания оказывает разностороннюю помощь регионам своего присутствия. В Иркутской области «Газпром Трансгаз Томск» работает над реализацией проекта «Сила Сибири» в рамках восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. В длительное время полностью обеспечить оборудованием, конечно, школу было как бы невозможным, нереальным, потому что из-за недофинансирования. Мы писали письма, обращения и в управление образованием. Мы обращались к нашему мэру. В итоге, в преддверии нового учебного сезона, долгожданный подарок – оборудование для кухни школе преподнесла компания ООО «Газпром Трансгаз Томск». По согласованию с администрацией муниципального образования Жигаловский район, собственно говоря, было принято решение, что школе номер 2 мы окажем помощь в рамках программы общества «Газпром Трансгаз Томск» по дооснащению оборудованием для столовых дошкольных и школьных учреждений. Дети наши все. Владислав Кустов, Глеб Южаков, «Вести Иркутск».